Итак, всем привет! Мы находимся на канале Global Drive, вы вместе со мной. Это значит, что сейчас будет максимальное количество полезной, продуктивной и приятной информации. Сегодня подготовил для вас очень интересного многофункционального дружка. Это тренажер Watson Dynamics Totality 100, и о котором, собственно, я сейчас постараюсь вам максимально в кратчайшие сроки рассказать. В принципе, там ничего замудренного нет, но дам вам понять, и сами вы поймете, что тренажер этот действительно многофункционален для прокачки всего тела. Начнем с того, что тренажер Watson Dynamics Totality 100 в вертикальном положении занимает место, ну, знаете ли, не больше, чем обычный стул. То есть хранить его удобно, где бы вы ни находились, в однокомнатной квартире, в доме, где-нибудь на улице, где-то придомовой территории. В общем, хранить его удобно, и хотя, в принципе, сейчас вы увидите его в разложенном, горизонтальном состоянии, он может служить как предмет декора, предмет интерьера. Мне кажется, за счет вот массива ясеня он придает такой стилец определенный полностью всей структуре тренажера. Ну и, в принципе, давайте посмотрим, как это все делается. То есть вот так вот легко на колесиках он откатывается, легко опускается. И, собственно, вот он уже в горизонтальном положении. В принципе, в горизонтальном положении, между прочим, занимает он тоже не так много места. Ну и, собственно, повторюсь, он может просто добавлять ваш интерьер. Вообще, прежде всего, если мы начинаем разговор о многофункциональном тренажере Watson Dynamics Totality 100, стоит отметить, что этот тренажер действительно воздействует на прокачку всех мышц вашего тела. Ну, то есть это как минимум 80%, как максимум, я думаю, процентов 90% вашего тела. Также этот тренажер способствует эффективному жиросжиганию. То есть в зависимости от того, какую вы себе поставили цель, например, если вы хотите приобрести рельеф вашего тела, например, стать чуть подкачаннее, чтобы мышцы были рельефные, этот тренажер тоже подойдет. В принципе, повторюсь, так как он воздействует на все мышцы вашего тела, на всю группу мышц, собственно, какую вы себе цель не поставите, этой цели вы достигнете, но исходя из этого, исходя из постановки вашей цели, для этого есть определенная регулировка с помощью специального фиксатора. Самая важная особенность этого гребного тренажера – это то, что нагрузка здесь водная, то есть есть два типа нагрузки на гребных тренажерах. Это водная нагрузка и воздушно-магнитная нагрузка. Чем, как мне кажется, водная нагрузка выигрывает, и я бы предпочел именно тренажер такого типа? Ну, во-первых, при движении, когда сейчас... Давайте я сразу покажу. Во-первых, при движении он полностью и в точности воссоздает движение гребца, допустим, на академической лодке. Пожалуйста, можно послушать. За счет того, что у этого бака, который наполняется водой, находится два отделения внутри него, водную нагрузку можно распределять. Также есть специальный регулятор, который эту водную нагрузку, собственно, и распределяет в зависимости от ваших целей. То есть вы можете, как начинающий атлет, спортсмен, использовать самую легкую нагрузку, и также подойдет и наверняка, не наверняка, а точно для олимпийских чемпионов. То есть здесь можно поставить самую... Ну вот у меня сейчас как раз стоит на самом сложном регуляторе. И... Но в принципе, я думаю, 15 минут каждый день будет вполне достаточно. Специалист по этому тренажеру, с которым я вас обязательно познакомлю чуть позже, он мне рассказывал вообще, что ему хватило 20 минут в день, по-моему, где-то позанимался он недели две. Максим, две недели занимался ты, да? И за две недели он сбросил 4 килограмма. Но судите сами, уже после месяца тренировки на этом тренажере, мне кажется, можно достигать тех целей, которые вы себе наметили, и, в принципе, уже ощутить и видеть результат. Вот и все. И одна из тончайших особенностей этого тренажера, знаете, почему я именно его очень полюбил? Потому что, как только я сажусь за этот аппарат, у меня сразу возникает ощущение, что я в действительности нахожусь на воде. То есть тренажер имитирует полностью звук бушующих волн и способствует, мне кажется, даже для кого-то будет способствовать расслаблению. Этот звук воды, ну, не может не умиротворять. И что мне больше всего нравится за его относительно невысокую цену, этот тренажер отличается тем, что вообще в принципе сломаться тут нечему. Он отличается долговечностью. То есть, по сути, здесь простые элементы, которые, собственно, создают этот тренажер. Ремешок, ручка, бак с водой,
Один раз воду вы наполнили, в зависимости от нагрузки, которая вам нужна. Если вы хотите самую сильную нагрузку, и вы олимпийский чемпион по академической гребле, то тогда вы наполняете полностью бак до 30 литров и, собственно, вкушаете всю эту полную нагрузку. За что еще мне нравится этот тренажер? Здесь абсолютно нечему ломаться. Ручка, которую держит специальный ремешок на специальном ролике. Если брать бак, здесь есть регулятор нагрузки. В это отверстие набирается вода, набирается она, в принципе, один раз. Более можно воду не сливать. Каркас полностью состоит из дерева, как я сказал, это массив ясеня, что, опять-таки, придает ему определенной стилизованности. Вот на роликах специальное сиденье. Все. Вот так вот в одно движение тренажер поднимается. Итак, еще при помощи дисплея можно контролировать пульс. Подключив специальные пульсометры, вы можете его замерять, контролировать ваши калории, контролировать темп и смотреть на ту дистанцию, которую вы преодолели. Деревянная часть нашего тренажера покрыта специальным лаком из двух слоев. Ну и, собственно, что придает, не то чтобы придает, а что делает из нашего тренажера настоящее произведение искусства. Рама выдерживает вес спортсмена до 150 кг и имеет гарантию 5 лет. Еще одна особенность нашего красавца – это специальное эргономичное рельефное покрытие сидушки. Стоит отметить, что там стоят неубиваемые подшипники, и тренажер действительно прослужит вам долго. Честно вам скажу, про этот тренажер невозможно долго рассказывать, потому что здесь рассказывать-то не о чем. В этом и заключается вся прелесть тренажера Watson Dynamics Totality 100, что когда я сажусь за этот тренажер и занимаюсь, я ощущаю нагрузку в первую очередь на руки, на ноги, на спину и на грудь. Стоит отметить, что тренажер оснащен специальными колесиками, благодаря которым вы можете передвигать тренажер хоть целый день. Вот, собственно, и все. Я знаю много знакомых, много коллег, спортсменов, которые ходят в зал, тренируются, но лично мне по душе тренироваться дома. Во-первых, у этого есть много плюсов. В наше тяжелое время, пандемийное время, это значит, что вам не нужно блуждать среди незнакомцев и рисковать своим здоровьем. Берегите здоровье. Так вот, еще один из плюсов – то, что вы экономите свое время. Вам не нужно добираться до спортзала, даже если он находится рядом с вашим домом. Вы можете за одну минуту расположить этот тренажер в горизонтальное положение и начать свою тренировку. Что я вам хочу сказать? За всей подробной информацией вы можете обратиться на сайт globaldrive.ru. Ссылочка будет обязательно в описании. Так что тренируйтесь, любите спорт. Берегите свое здоровье, ставьте колокольчики, подписывайтесь. Ну и, собственно, встретимся, как всегда, на канале Global Drive. Я с вами прощаюсь, с вами был Никита Суворов. Любите спорт.